Ярким на эмоции и впечатления выдался день встречи выпускников в Елабужском институте КФУ. Студенты разных поколений собрались вместе, чтобы вспомнить студенческие годы, поблагодарить преподавателей за их труд. Праздничное мероприятие было окутано радостью встреч, фотографиями на память, воспоминаниями о былых событиях. Всю жизнь мечтала учиться там, где мои родители учились. Я сама выпускница 79-го года, а мои родители, моя мама, окончила в 29-м году. Тогда институт назывался Татпедтехникум. У нас была очень дружная группа. У нас был вот такой хороший куратор Александра Васильевна. Мы сейчас ее ждем, ребята поехали за ней. Вы знаете, это вот 5 лет замечательной дружной жизни в одной семье. И оно так и остается. Мы до сих пор вместе. Мы знаем, что здесь нас ждут. Для гостей мероприятия был организован праздничный концерт. Звучали слова благодарности ветерану педагогического труда, профессорско-преподавательскому составу вуза. Выпускники навестили родные аудитории, посетили музей истории вуза, в котором бережно хранится историческое наследие института. Сирена Иванова, Айдар Нурмиев, пресс-служба Елабужского института КФУ.